Один, побежали! Стартует под ободряющие крики болельщиков. Казанский вертолетный отстаивает спортивную честь предприятия не первый раз. Сложности не пугают. Секрет успеха в поддержке команды, говорят они. Трасса была нормальная, почти такая же, как в прошлом году. Были незначительные изменения, но благодаря поддержке мы прошли. Кросс-корпорация в этом году в Казани объединил 80 коллективов. Ограничений по возрасту нет. В команде по правилам 6 человек, из них 2 девушки. Как раз тот способ и та возможность подружиться, найти новые точки соприкосновения. Тем более спорт всегда объединяет. Мы рады, что территория наших районов стала этой площадкой. Надеемся, что ребята пройдут всю дистанцию. 500 работников со всего Татарстана. Здесь нефтяники и энергетики, машиностроители, управленцы и, конечно, студенты. Физически подготовлены, но команда очень активна, очень дружная и веселая. Так что мы возьмем первое место в любом случае. Очень классно! В этом году участникам пришлось преодолеть трассу длиной в 3 километра. На ней расположены препятствия разного уровня сложности. Например, гидронизация каучука и подряд. Сложно? Сиди. Нормально. Проходимо. Сиди лучше, сиди. Сложно? Хорошая трасса, очень хорошая. Очень? Очково! Бревна, обшитые сеном, траншеи и даже специальный бассейн. К кроссу подготовились основательно. Препятствия усложнили. А фиксация результата теперь более точная. Для этого участникам выдавали специальный электронный браслет. Чипы на липучке. Одевать лучше на ногу. Победителями среди малых и средних предприятий стали команды сетевой компании и Нижнекамск Нефтехима. Среди непромышленных организаций ГТО Татарстана. Алина Мусина, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.